22 июня в Министерстве по делам молодежи и спорта состоялась торжественная церемония награждения победителей и призеров спартакиады вузов Республики Татарстан. Команда КФУ завоевала первое место по итогам спартакиады вузов Татарстана. Победителей турнира наградил в Казани президент ФИСУ Олег Матыцын и глава Минспорта Татарстана Владимир Леонов. От Казанского федерального университета диплом за первое место в общекомандном зачете спартакиады вузов Республики Татарстан получал начальник отдела физкультурно-массовые и спортивные работы Алексей Ливанов. Завершил спартакиада вузов Республики Татарстан. Наш университет в этом году добился высоких результатов, шагнул вперед и завоевал заслуженное первое место. Спартакиада проводилась по 31 виду спорта. В большинстве из видов наш университет занимал стабильные призовые места. Итог спартакиады закономерный. Наши студенты, наш университет добился первого места. Представители КФУ были также отмечены по итогам соревнований студенческих спортивных лиг по баскетболу, волейболу, футболу и хоккею с шайбой. В частности, команда Елабужского института КФУ первенствовала в женской баскетбольной лиге. А Набережно-Челнинского института Казанского университета в соревнованиях волейболистов. Диана Шилова, Ленардо Влетьяров, Универньюз.